Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я хочу рассказать и показать вам, как совсем несложно преобразовать файл текстового формата, будь то Excel или Word, в графический, в PDF, а затем в JPEG. Для чего это может вам понадобиться? Вы не так сильны в графических редакторах, создали Word-овский документ и хотите разместить у себя, например, его на блоге или на своей странице в социальных сетях, чтобы показать и коллегам, и пригласить бизнес-партнеров и так далее. Разместить Word-овский файл или Excel-овский – это нереально, невозможно. Поэтому, думаю, такой навык такого простого превращения вам пригодится. Так, у меня есть двухстраничный файл в формате Word с картинками. Я хочу его преобразовать сначала в формат PDF. Выбираю файл. Сохранить как. И здесь я выбираю в PDF. PDF. Сохранить. Я открываю графический редактор. В моем случае я открываю программу Photoshop. И преобразовываю, нахожу, сейчас открываю файл формата PDF, который я сохранила. У меня вода аналоги. PDF, формат PDF, открыть. Вот у меня каждый листик подкрылся. Открываем первый лист. Не удивляйтесь таким серо-белым клеточкам. Это прозрачный слой. Ничего страшного это не несет. Для того, чтобы получить формат JPEG, я просто выбираю «Сохранить как». И уже PSD – это формат Photoshop, выбираю JPEG «Сохранить как». Вода аналоги 1. Сохранить. Окей. Картинка JPEG, которую можно легко, спокойно теперь загрузить на свою страничку, в альбом, в социальных сетях и так далее. Процесс несложный, я думаю, вы все это запомните и будете применять на практике. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!